На учебных площадках регионального отделения ДСАФ соревнования второго этапа чемпионата Омской области по автомобильному многоборью. Скоростное маневрирование и стрельба из пневматической винтовки. В традиционных состязаниях приняли участие 45 спортсменов. У нас весной состоялся первый этап чемпионата Омской области, где выступают профессиональные спортсмены. А молодой состав, наши юноши, уже съездили в Анапу, где выступили на чемпионате России от Омской области. Ну а участники взрослые сегодня выступают. Но помимо этого, на королеве спорта у нас также есть автомногоборье, где выступают все сельские только спортсмены. Поэтому такие три составляющие, которые мы развиваем именно для автомногоборья, то, что позволяет заниматься, начинать молодым спортсменам автомобильным спортом, ну и влияет на безопасность дорожного движения, потому что фигурное вождение как раз тот аспект, те фигуры, которые встречаются в городе, и ребята обучаются грамотно ездить. Эстафета, крест, стоянка, колея, бокс, змейка. За упражнениями фигурного вождения наблюдают старшеклассники из лицея 137, что в Кировском округе. Ребят пригласили посмотреть и даже поучаствовать в соревнованиях. Учитель по ОБЖ предложил нам поучаствовать в Олимпиаде. То есть мы здесь сдаем экзамен части Б по вождению и практикуемся. Мне кажется, это очень интересно, и лишняя практика не мешает. Женщин в итоге стала Ирина Прощенко, у мужчин победитель Евгений Брыкин. Второе место занял Александр Фабрициус, третий результат у Виктора Фабрициуса.